вот так вот представляю участников, читаю по бумажке. Ну что делать? В общем, слушаем. Сейчас здесь выступит исполнительница, которая всеми вами любима и хорошо знакома. Абсолютно! Да-да-да. Я вижу скептическую такую улыбку, но нет. Но нет. Это Евгения Венлик. Я никогда не вру. Евгения, тонкая, трепетная, нежная, такая неземная, ее хочется слушать, читать, разговаривать с ней долго и обо всем за чашечкой ароматного чая. На сцене Африки в нашем концерте. Она сегодня принимает участие впервые. Ну, у нас и концерты всего, да, за 3 года. Не часто. Да. В ее репертуаре песни собственного сочинения, а также на стихи поэтов Серебряного века. Со школьных лет была знакома со Светланой Голубевой. Со времени обучения в медучилище со Светланой Сургановой. И, кстати, Светлана Сурганова, я вот с ней разговаривала буквально день назад, Пушкин рядом. Она очень посетовала на то, что не сможет, к сожалению, быть в Африке, потому как у нее сегодня там большой гость, Пушкин рядом. Но, услышав состав участников, она, к сожалению, сказала: «Ах, я-то не смогу быть, как жаль». Вот. Так что она, в общем-то, с нами здесь, можно сказать. Принимала участие Евгения в нескольких концертах «Ночных снайперов». В 1999 году на домашней студии «Снайперов» был записан дебютный альбом «Небо без туч». И при их же поддержке проведена его концертная презентация. Именно в ее исполнении Света Сурганова когда-то впервые услышала песню «Милая девочка», которая позднее вошла в репертуар «Снайперов».